Новосибирская область вошла в десятку регионов с самым высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам главы Федерального Минздрава Вероники Скворцовой, ситуацию на этих территориях можно назвать критической. На первом месте Свердловская область, а в отдельно взятом областном центре Екатеринбурге ВИЧ-инфицирован каждый 50-й житель. Сложная ситуация в Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. В Минздраве отмечают, что уровень заболеваемости повышен там, где проходят пути наркотрафика. А более половины новых случаев заражения приходится на наркоманов, употребляющих внутривенно героин и другие наркотики.